Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 4 марта 2023 года. В Одессе в 13.16 объявили воздушную тревогу. На данный момент тревога масштабная в большей части нашей страны. И мониторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога связана с угрозой применения оперативно-тактических ракетных комплексов с востока и юга. Также есть информация о том, что уже звучат взрывы в Запорожье. И некоторые источники сообщают о том, что угроза нанесения удара баллистическими ракетами. Я советую всем пройти в укрытие, находиться в безопасном месте, потому что куда именно Российская Федерация будет пытаться нанести ракетный удар, неизвестно. Сообщалось о том, что тактика может поменяться и могут бить уже не по энергетической инфраструктуре, а по каким-то другим объектам. Пока в Одессе все спокойно, слава богу, никаких взрывов слышно не было. Как будет обновляться информация, сразу буду сообщать. До встречи, друзья. Всем пока.